Чьи все эти дети? Они мои. Все? Просто от разных отцов. Боже мой, нифига! Как ты умудряешься их кормить? Вышла за богача? У меня хороший адвокат. Это алименты плюс вклад отцов. Правда? Само собой, у всех разный доход. Чем больше кто-то дает, тем лучше одевается его ребенок. Ни хера. Вот почему Маиша одевается в Ральф Лорен, а Чип носит херню по уценке. Ха. Чип, вот столько дает твой папа. А что у нее такое с одеждой? Дерек, безработный папаша? Нет, то есть он предложил выплату алиментов, но хотел частичную опеку, и я отказала. Частичная опека же дар божий. Бесплатная сиделка, пускай забирает ее раз в неделю, а ты затуси. Короче говоря, я бы пересмотрела ситуацию с Дереком. Выкачи из него все, что у него есть. Боже мой, глянь на того симпатичного еврея. Сразу видно, что с хорошей работой. Мне пора. Быстро, идем. Так. Куда мы? Поехали. Шалом.